Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. Меня зовут Наталья, и вы на канале «Сад в цветах». Сегодня 4 января, я проживаю во Владимирской области, и вот такая у нас зимушка, зима. На часах у нас 20 минут 10 утра, и температура вот такая. А мы с вами возвращаемся с 3 января, и я открыла посевной сезон. Начала высеивать кое-какие цветочки. Вот такую гвоздику китайскую, клубничное суфле. Свою любимую черное и белое. Ампельный львиный зев здесь у меня. Свои семена решила посеять чуть пораньше. И, возможно, еще подсею потом в марте. Посмотрим. В общем, посевную я открыла. Посчитала, что уже пора. Посеяла еще вот такую бакопу Василису. И, конечно же, высеяла гелиотроп. Обожаю гелиотроп. Я, конечно, убрала маточник на хранение, но не знаю, что из этого выйдет, поэтому решила, что я его посею все равно. Ну что, друзья, посеяла я свои цветочки. Сейчас поставлю их на полочку, и пусть взойдут они дружно. Будем ждать всходов. А сегодня 4 января, за окном яркое солнце и мороз. Мороз, не хочется даже на улицу выходить. Ой, да, холодноватенько, конечно. Сегодня несколько колеусов перенесла вот сюда на подоконник, потому что мне нужно было освободить место на полочке для посевов. Вторую стеллаж еще пока я не ставил. Вернее, он стоит, но я туда еще ничего не ставила. Смотрите, как начала активно расти плющелистная пеларгония. Надо бы, конечно, ее либо обрезать, либо переставить, потому что я боюсь, я ее поломаю, когда буду вытаскивать отсюда. Но колеус, конечно, смотрится красиво. Штамбы фуксий. Надо бы, конечно, палочки подлиннее прикупить. У меня закончились. Ну, а так вроде бы как все зелено. Аптения купается в лучах солнца. Вот такая красотка. Нужно бы тоже снять череночки, но пока не буду, рановато. Радисканции тоже пока не трогаю. Я показывала их недавно в видео, что у меня они здесь растут на стоечках около окна. Сейчас свет здесь выключен, подсветка. Мне неудобно, а то бликует. Ну и здесь у меня тоже цветочки. На этом окне тоже активно начинают выпускать побеги плющелистной пеларгонии. Вот эти точно мне нужно переставить на стойку около окна, потому что я их потом все поломаю. В ближайшее время нужно заняться этим делом, пока стоят здесь. Коллизию пока тоже не стригла. Розовая пантера, вот такой шарик, тоже пока не трогаю. И традисканцию вот эту тоже, не знаю, то ли поставить на укоренение, то ли просто обрезать. Но пока вот тут стоит, пока ничего не трогаю. Пока есть, растут так, как есть. Один единственный у меня стоящий здесь полочка. Вот здесь почти все заполнено колеусами. Вот здесь 4 колеуса. Это Red Coat колеус. Вот такой. Красавец Аватар, Сергей и шоколадный минт. Вот здесь 4 штучки. Это я пазушные черенки взяла на деревца. Также у меня здесь рассадила фуксии. Череночки вот сегодня прям свеженькие посадила. Фуксяшки здесь растут. Вот на штамп буду тянуть. Вот это вот красавица. А остальное, в принципе, у меня заполнено колеусами. Колеусы скоро, в ближайшее время, переедут на другую полочку, потому что мне нужно будет освобождать место под посевы. Здесь у меня будут петуни, кое-что мне нужно будет рассадить, то, что укореняется. Поэтому сейчас пока все етится в одном месте. Ну, ничего, вроде бы как все живы, все здоровы. Все хорошо. На нижней полочке тоже часть колеусов. И еще решила я размножить вот такую бегонию. Уж очень мне нравится. Это бегония вот такая. Это декоративно-лиственная с темной листвой. Здесь тоже, смотрите, пускает новые листочки. Такая вот красотка. Сейчас я вам покажу маточник.
Вот такая вот красота. Мне прям вот очень нравится она, поэтому я решила, что нужно мне сделать таких бегошек побольше. Пусть будет. Ну что, красота же, правда? Вот здесь стоят посевы на верхней полке, которые я делала 3 января. Здесь кое-что укореняется. Здесь под пакетиком у меня я рассадила сегодня череночки укоренившиеся. Это вегетативная гвоздика и немезия. Здесь у меня стоят в пакетике пока еще. Здесь у меня тоже ипомея, батат и плектрантус. На кухонном окне у меня плющелистные пеларгонии и вот такой лучок. Витаминизируемся. Здесь часть уже мы съели, обрезала. И вот здесь вот еще стоит. Такая вот красота. Сегодня еще, друзья, уделяла время своим комнатным растениям. Надо было пересадить кое-какие цветочки, потому что объем уже был мал. И сегодня вот решила я уделить и комнатным растениям тоже свое внимание, потому что они тоже требуют. Ну, все живое, все требует. Еще нужно аквариум сегодня кое-что доделать. В общем, сегодня у меня посадки-пересадки. Нужно еще будет повесить еще одну здесь лампу. У меня здесь одна лампа. Ну, мы повесим в ближайшее время подсветку еще одну. Сейчас все выключено, чтобы не бликовало. Я выключила свет. Вот, друзья, показала вам сегодняшний свой день и вчерашний, что я делала в эти послепраздничные дни, вернее, в праздничные. Вам, друзья, желаю, кто уже начал посевную дружных сходов, ну и вообще отличного настроения и всего самого-самого хорошего. До скорой встречи на моем канале. До свидания.